Матч, который держал сердца болельщиков в тонусе, а мысли в напряжении, наконец, завершился. Это был яркий и зрелищный поединок двух сильных соперников, Интера и Вероны, встретившихся на стадионе Сан-Сиро в Милане. Арбитр Микаэль Фабри и его коллеги с беспристрастной точностью, в кавычках, следили за ходом игры, пока Интер не вырвал победу со счетом 2-1. С самого начала, на 13-й минуте, Лаутаро Мартинес, великолепный аргентинский форвард Интера, точно и уверенно отправил мяч в ворота, благодаря помощи Генриха Мхитаряна. Однако, Верона не сдавалась, и на 74-й минуте Тома Анри, французский нападающий, сумел ответить, использовав пас Андрея Дуды. Но Интер был непоколебим, и в последние секунды встречи Давиде Фратези изящным ударом забил победный гол. Армянский полузащитник вышел на поле с первых минут и был заменен на 83-й минуте матча. Мхитарян, перевоплотившийся в легендарную итальянскую старушку Бифану, преподносит Лаутаро носочек, полный сладких сюрпризов, которыми аргентинский герой щедро делится с ликующими трибунами Сан-Сиро. Это идеальное представление, ставшее апофеозом еще одного блестящего спектакля, делает продление его контракта до 2026 года еще более значимым событием для Интера. А я на этом все. Не забудьте поставить лайк и подпишитесь на канал. Всем добра и громких побед!